В Мангыстауской области по программе «Рухани Жангыру» планируют построить новый областной драматический театр, краеведческий музей и библиотеку, фонд которой будет насчитывать более 3000 книг. Кроме того, будет создан специальный сайт для популяризации школы, традиционной музыки и культурного наследия региона. Планируется, что на этом интернет-ресурсе будут размещены более 200 произведений, созданных за последние несколько столетий, и включают в несколько разделов. Это музыка, песни, кюи, жертерме, видеоролики и архивные материалы. Создатели сайта отмечают, здесь будут сочинения композиторов и поэтов Мангыстау. Каждое произведение сопроводят информация об авторе, исполнителе и истории его создания.